Новый детский сад на 340 мест в поселке Развилка уже готов принять своих маленьких воспитанников. Дошкольное образовательное учреждение уютно расположилось в сердце микрорайона Римский. Во дворе просторная прогулочная зона, беседки ровно по количеству групп, игровая и спортивная площадки. Территория отвечает всем стандартам безопасности, высажены деревья и кустарники. Внешне этот детский сад выглядит очень привлекательно, интересные цветовые и архитектурные решения. Я думаю, что будет очень приятно здесь преподавать это воспитателям и находиться в таком вот современном, да, объекте. Вот. И детям, конечно же, очень здесь будет весело. Здесь очень много у нас как бы игрушек тоже предусмотрено, так что будет интересно. Три этажа. На первом ясельные группы и так по возрастанию. Самые взрослые ребята будут обучаться на последнем этаже. Отсюда открывается красивый вид во двор. В каждой группе одна комната для сна, собственный буфет, санузел и игровая. Также здесь есть спортивные и актовые залы и пищеблок. Объект возвели в сжатые сроки всего за год. 1 сентября состоится торжественное открытие.